вы видите там эти все холмы, надолу бы там, это непонятная там какая-то территория, но она должна быть абсолютно понятной, потому что сейчас в рамках вот тоже предыдущего гранта делается этот парящий мост. Сбербанк будет реализовывать проект по фонтану очень красивому там на берегу моря, центр «Премьер» строится, а вот все, что от границ этого проектирования до улицы Приморской, сегодня обсудили, и ну, даже я предложил, что у нас многие не знают, почему бухта Нагаева, да, как она называлась раньше, бухта Волок, да, а с 1912 года эта бухта стала называться в честь адмирала Алексея Нагаева. Я думаю, что вот как раз четвертая очередь развития парка «Маяк» заслуживает того, чтобы там появился какой-то и арт-объект, но в конце концов бюст адмирала. Еще один проект, который тоже сейчас готовится. Вы видите, что закончилось благоустройство набережных «Белых ночей». Далее идет «Мамонт» и заход на «Касатку». У нас выпал этот кусок, и когда мы начали смотреть, что ну, делали как могли, это была нижняя терраса со смотровой площадки, мы ее отсыпали там галечником и так далее, но это хорошо, это этническая такая природная зона, но с этой зоны нужно попасть в сквер «Морской», там никак не попадешь, там нужно чуть ли там не через «Мамонта» идти. И сам сквер «Морской», он уже 2007 или 2008 года, он требует уже реконструкции, поэтому мы вот этот кусочек в городе от границ набережных «Белых ночей», там где расположен это «Роза ветров», заход на площадку, асфальтирование к «Мамонту» и некое благоустройство сквера «Морского» тоже проведем.